Видео вопрос. Добрый день. Есть фотография. Добавляем слой маску. Сердечко. Окей. Мы хотим, чтобы это сердечко относилось именно к этой фотографии. Все, нет вопроса. Вот оно, сердечко, оно к этой фотографии относится. Если мы этот слой двигаем, вопросов не возникает. Фотография стоит на месте. Анимация. Если мы этот слой поворачиваем, тоже нет вопросов. Фотография остается на месте, крутится слой. Но такое происходит только если центр поворота в центре. Так, возвращаем его на место. Ноль. Вот он здесь ноль. Предположим, мне нужно, чтобы центр поворота сердечка был внизу. Вот он внизу. Я правильно понимаю, что у нас должен крутиться только слой с сердечком, если мы будем крутить. Ну, у нас так всегда у всех слоев, где возможна смена центра поворота, так происходит. Но смотрите, что происходит здесь. То есть сразу хочу сказать, что да, если вправо-влево, все хорошо. Но как только мы сменили центр поворота, вот видите, что происходит. Слой маска тащит за собой фотографию. И видите, фотография уже изменила свое положение. Вы видите, что происходит? У нас шарик был в центре. То есть, почему такое происходит, я не знаю. Если это задумано, что центр поворота только в центре, то, пожалуйста, напишите. Если смещение центра поворота не работает у меня, только у меня, а работают, а другие, например, напишут, что у них работает, ну, тоже напишите, потому что мне нужно, чтобы у меня двигалась только маска, слой маска. Но она таскает за собой фотографию, и мне это не надо. Ну, вот, собственно, и все.